Число пострадавших во время ЧП 19 августа возросло до 8 человек. Один из тех, кто встретил на своем пути преступника с ножом, обратился в травматологический центр позже. Характер повреждения оказался не слишком серьезен, и пострадавший отправился лечиться амбулаторно. Как сообщает Департамент здравоохранения, сегодня в хирургическом отделении травмцентра продолжают оставаться 6 человек. Один пострадавший 19 августа находится в тяжелом состоянии, однако, по сообщению ведомства, прогноз относительно благоприятный. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Состояние четверых оценивается как удовлетворительное. Напомню, 19 августа Артур Гаджиев ранил в центре Сургута несколько человек. Мотивы совершенного преступления сейчас выясняют следователи Главного управления Следственного комитета России. Сам нападавший был ликвидирован на месте происшествия.